Что-то я, походу, на фул не успею сегодня досидеть. Уходить надо будет 16:30. Да не вопрос, Слава. Так успеем, если все нормально пойдет, успеем. Только не тупим, мы не успеем. С РС-кой хуёво получилось, оно вообще 20 минут закрывается, по идее. Час целый проебали на РС-ку. Ну, блядь, что сделать? Сейчас будет не особо за РС-ку. Так. А я на боссе. Да, ты на боссе. Только ты не так танчишь, как в этом, как в схемке вчера. Думаю, помнишь этот момент. Но мне понравилось. Раз, два, три, меня слышно? Да, Дим. Я подумал, что те КД пока не буду принимать, чтобы без КД остался. Со своим говном разобрал. Все, кушай рыбу. Тебя рыба. Мы полетели. Готовность на пол. Так, Даня, закинешь СС, если что, на Ахису. Эмобой на АТХа. Блять, топ хайп нас сейчас всех лайкнет. Да, на третий, сразу не забудьте. А вы еще не начали? Ладно. Начинаем. А что тебе? Надо что-то? Ливнуть хочу. Ну, я буду в игре, но ливнуть. Так. Давай, ливай. Если что, я тут. Короче, топ хайпа не прохиливайте, если что. Он вон бегает. А я пока ладно. Танчик кучнее. РДБшник. Кайлкаст. Мелики выбежим. Сон, сдай БР по Аверану. Пускай кто-то из хантов даст это лепесток. Давай, Ракота, нажми лепесток. Свечаемся все в зеленого. Сбежались под самый конец, не спешим сбегаться. После того, как откинет, сразу не сбегайтесь. Наоборот, наберите рейндж. Не сбегайтесь. Ждем, пока выберете цель. Все, сбежались к черепу. Что он там делал? Не знаю, что он там делал. Тоже... Дай минус. Да, он же рог, он же скинуть может ванишем под конец. Чё, видели барпи? Таких рог уже. Ну блин, ну. Рогу, роги розин, как бы. Давайте, сейчас по красному РДФники сразу, милики после того, как босса подведут. И 4 к трусам. Сейчас пельмени полетят, а пока поэтому вводи босса ближе к трусам. И можешь уже вести его сразу на. На колбы. Да. Нет. Да, на колбы. Машика побежала. Скоро пельмени полетели. Смотрите, пельмени летят аккуратно. РДФники, идите, семейли. Машу прокиньте. Добивайте РДФники, милики, поможете попробовать играть на нас. Милики выбежали с лужи. Переведи его немного. Пока. Пельмень. Можно дать ему БР, тщеславность, дай БР по топхайпу. Я давал уже. Ты... Я помню, кусяло, отдай БР. Набрали рейнджу РДДшники, бегаете вокруг луны, трусу, квадрата и ромбика, рассосались перед РДД. Нажми массейв в апокал, и Майлик тоже, оба нажмите. Все, хорошо, не сбегайтесь, хотя можете сразу сбегаться. К обою подбегите. Еще пару человек. Быстрее. Умрет. Уже. Если не будет хорошо. Не сбегайте сразу только. Самый конец. Пельмени летят. В трус в луну. Два в луну. Колбы в лесу бейте. Одну колбу взорвали, походу. Один воин поймал колбу. И лужи. Лужи красного, по красному РДДшники играем. Милики после того, как подведут к профу. Куда повела? Эмобой, веди к профу. Милики... Ладно, пока еще бейте. Сейчас подведут, свичнулись в красного, помогли добить.
Пельмени полетели. Играйте пока по профу. Зеленый. Набрали ренджу все. Вокруг квадрат, луна, тромбик. Держите рендж, абсолютно все рендерки. Сбежались под самый конец. Не спешите, не спешите. Все, сбежались. Можете сразу сбегаться к квадратику. Нормально. Сбегайте. Так, надо будет после красного переводить. Появится красный, все сразу в него свечаемся. Перевели босса, спасибо. Когда выбери цель. РДшники сразу. Все, стопните по профу, чтобы его не перевели. Колба. Побежал, побежал, эмобой снова. Милики пошли бить тоже. Так, а бьют по профу, он кто встал. Стоп. Переводите. Я же сказал, поэт. А, да? Успеем перевести, успеем, добейте красного. РДшники по профу, переведите его. 7 секунд. Все, отлично. Забирай первый апокал. РДшники поставил на себя квадратик. Квадратик подбегите. Геру с пула, первый танчи апокал. Ну, Геру как выйдет. Немножко назад отойдите. Перебежали пельмени. Вернитесь обратно, лужа. А пока сколько стаков? 3. Забирай трусовать. Пока он снимает, вставай, Ахис. А, понятно. Тамашек. Ну, у меня затупило все. Ну, кто будет диван по апокалу? Давай. Быстрее, вы пойдемся так. Не выполняемся. Нам ждать. Ну, кстати. Потрусовать сейчас сколько? Сколько трусовать? Кто давал? У апокала 3 стака, блять. Алло. Быстрее на апокала диван, а ТХ, блять. Прохилите, сука, ладно. Пиздец. Апокал, забери четвертый стак. Забери апокал, четвертый стак стакнет. На трусователя дайте. Руки что-то один. Это, давали на вас диван, пацаны, танки или нет? Нет, ни одного не дали на меня. А на кого они давали тогда? Они просто умерли. Только дал один вроде. Ясно, нахуй. Все зависли. Вопрос. Нет. Или только я. Нет, все походу один. Ахис. Я только что завис. На третьей фазе. Это Ахиса. У меня то же самое. Почти сразу завис, поэтому ничего не говорил. Ну, Дексион мне 200 или там сколько. Минус дай. Я забыл ему ИСО скинуть. А ты, он в этом кубе. Он вылетел. Вылез. Он вылетел. В любом случае. Я вылетел. Ладно, похуй. Хорошо. ДПСа, блять, хватило, нахуй топовых пацанов, ебать. О, блядь. Чуточку не было ДПСа, и вы диваны не даете, блять, на танка с 4 стаками. И до 4 стака надо, блять. Хорошо, 3 стака было. Блять, давай начнем с того, ты красного тоже, блядь, ни разу не свичнулся. Так что сиди молча, блядь, а? Нахуй вы с ним стали? Вы с кем? Сэр, один воином. Блядь, я завис в ноль. И задача не снимается. А пока возьми пока себе вот. Я тебе родовую скину. Не, я тебе скину. Сань, подожди немного, он сейчас отойдет, система. У меня тоже нихера ничего не делалось. Пушка. У меня на орке, блядь, было. Все, тупо все. Упала пушка, хастометкость на воина и на паладина. Параш, короче, выпал. Шла кофе. Сашка ждал, шмотни по ипошкам на трека. Толка.
сидите на этого, на кровь чистите. Ну, уже чистим. Молодцы. Ну, блин, даже задачу не могу снять, мышка просто пропала, да и все. Там пробую на хоре бутнуть комп, да и все. Ну, лутер на апокале? Либо, да, да, на мне лутер. Ну все, погнали, пошли. Ну, давай, иди через меня, нормально. Дань, по с войдом разберитесь. Ладно, я попробую, может, комп прибутнуть еще. Какая-то зоб, какая-то зобка. Сейчас я подойду буквально на минуту. Раньше как-то заводили вниз, заливали как-то, приставили. Присты или соло по одному. Угу. Ну, блять, чё это за хуйня? Приготовьтесь, танки. Скинули на пол. Играем параллельно по советнику и по доклам. Дайте ему сейф. Свои прижимки отдайте. После тактика по личу сыграли. Опа. Станы, контроль, эфиры. Кто упал, встали, побежали. Как этот трэш добьет, и следующий не агрите. Кто не может портнуться и получил комбо, то вышли из инста, обратно зашли. Всех нагрели. А как этих сагрели? Потому что нехуй там стоять, нахуй. До вас до сих пор не доходит. Никогда не дойдет до вас, нахуй. Если вы сагрели 5 мобов, спуститесь вниз, блять. Танки один хуй там будут стоять. По хую, блять. Дадим массовец, лежите, кто упал. Охуеть, блять, конечно. Да. Тут будет бой, пока все не сдохнут. Надо всем сдохнуть. Да, не надо, не надо. Да, блядь. Так, уже тут зашел. Это на присутствие. Кто здесь? А, у меня лидер пропал. Там вайп на лидера. Лежите, лежите. Массовец дается. У меня власть. У меня власть, Санечка. Не был просто. Была целую минуту. Ты успел лайкнуть, Рейд? Это на присутствие. На роушмота. Аня, эмобой. Ахиса отписал, что... Эмобой написал, что на 15 минут отойдем. А сколько? 15. На одного-два босса попросил заменить. Вот что он написал. Давай. Давай вместо бета-тестера его пока
что не бьете кикну. Кикну с рейда. Бэтик здесь, Саня. Саня, бэтик. Бета-тест. Ладно, пока туда шмотки не буду ролить без него. А что там, время заканчивается на шмотку? Нет, просто хотел разролить, чтоб не забыть. 48 минут еще. Я не знаю, блядь. Ну, пиздец. Три тела нету, мы стоим. Похуй, да? Так и должно быть. Да, пошли. Давай, веди его вниз. Вниз. Не поднимайтесь сюда, нахуй. Вы с петами опять сагрите все, блядь. Веди вниз. Пизду вас. Вайп на трэш это пиздец. Позор, блядь. Бэтик. Иди кто-то, трусователь. Стоунти следующего. Там еще один. Он так типа. А, ты его взял. Давай его здесь, блядь, похуй, если даже звалить кадры. Я, короче, если что, командира зашаклую танки, чтобы он не откидывал рейд, проще бы. С какой пачки будете пулять, справа или слева? Давай справа. Да. Бэтик, ты тут? Скотина, блядь. Сюда лаковый съебался. Все, вон оставшиеся бегут. Трусователь. Я на мужика сделал. Играйте, полечу, ребят. Подстанивайте его тоже. Я тут. Фу. Ой, как это. Играть может? Да. Две секунды отдышусь и все, захожу. Саня, а в будущем ретрика да. Можно быть? В плане, в будущем ретрика можно быть. Ну, мейном типа напали. А что, ты сейчас не ретрик? Нет. У меня просто шея кольцо есть на ретрику. До нас толдерот. Ну, шеем остался только. Скажем так, у нас хапалов категорически не хватает, поэтому вероятнее, что будешь клеить все равно. Ну, вон, командир. Даже, если ты будешь майн... Пошли бить, пошли, да похуй кто. Полечу, играйте. Нам хапалы нужны. Саня, если сходишь со мной в кару когда-то, чтобы мне голову убить, то я могу 4-5-4 в ходе палом бить. Не вообще, блин, Вадим. Что-то типа Свабрам очень сильно шмотом разочаровывает. Возможно, не знаю, мейна надо будет менять. Это бред. Типа у меня ну, есть две печеньки. Ну, типа, я еще одну могу купить. Типа так. Без трех шмоток, без сова, блядь, выдает 19 тысяч. Это такая хуета просто. Совы все равно должны быть в рейде, так что играют. Так, все, что? Перелететь, да? Как и маги. Подожди пока, Бэтик тут? Бэтик писал, ну, что да. Все, отлично, Бэтика засмоним, не надо КД принимать. Ну, лучше на следующий рейд еще поставить больше персонажей. На следующий рейд уже по нерфе быстрее тоже прошли. Одетых. Просто я-то, видишь, на следующий когда тоже уже на следующий дерево, наверное, тоже не будет. Как и есть. Следующий рейд будет в воскресенье, может быть. Это уже Дания, там, друзья. Либо Войзер, выбирайте сами. В воскресенье на сутках. Второй рейд. Значит, Дания, либо Андрюха. У Андрюхи терпения либо... не хватит. Ну, ты что со мной потом донесем? Главное, чтобы это... А пока вот ты, короче, будешь на 50, а ты на двух трусователь. Толдорам и Лованар.
Сразу шкаф ставьте, смоньте батэтбетика. Топ хайпера коту. Будем начинать. Так, за этот треть ни одного сколько не упало, да? Не, стандартно, блять. Прикольно. Ставьте шкаф. Рыбку поставил. Так, на сферках Ракота была по-любому. И давай, Юрик, ты разбиваешь на помощи. Хорошо. Если будет. Ну, почему шкаф до сих пор не стоит, ребят? Починитесь тоже все. Ставьте шкаф, Дань. Единственного. Тыкайте. Я бетика сумонил. Кто не тухай будет знать. Я сумонул. Дай себе на стой, пожалуйста. Я свой взял. Так, да, да. Если что, у этого еще есть. Славу еще. Поэтому либо у меня, либо у Славы. Спасибо. Да, пожалуйста. Батик спрашивает, так. Кем ему быть, Энхом или Лемом? Энхом, Санк. Ну, кем тебе удобнее, похуй. Абсолютно. А пока Блаз, Бетик. Снимайте, когда готовы будете. То я тут-то. Бетик. Саня готов? Плюс они в чат, когда будешь готов. У Майлика, если что, ДДшная фласка. Да, маны и иннер что закинем. Все, поехали. На пол натрусователя. Под первый отдаешь ты трусователь, Массей, под первый вихрь. Могучий. Сотрясающий вихрь из рейда выносите. Учитесь выносить. В ХМ-ке, что ли. Готовь массейв, скоро будет. Разбежались. Поумирали бы без массейва. Пару человек. На следующий апокал сейф. Свой-то забери. Не, это не Войт, это походу Марукич. Возможно, еще один будет могучий. Нет. По килисету без ауешек. В принципе, сауир. Можете и сауир. Там пожимка или... Сфер, смотрите, сотрясающий вихрь возле этого... Херово. Мы не вынес никто. Поэтому тоже там как-нибудь аккуратно. Можете не бить. Саня Гро сорвел сейчас. Я вижу, я сейчас скину. Идите. Ты только сверки смотри, не проебись. Сверки не снимайте с него. Пока зубы висят, всё. Сейчас кончится. Стопните по нём. Вархиля Бакава. Геру дайте. Всё, уже кончилось. Подведите к нему сверху, там на ком сидит, на Марутича. Тащу ему. Ракота упал, поэтому помогайте кто-нибудь по сверке играть. Давай. Ладно, я поиграю. Да мы нормально писали парс. Я тоже понакидывал, а не пока. Пружина. Мелизона. Выносите, вешает на человека какого-то сотрясающего. Выносите его, пожалуйста.
Сотрясователь снова массейф тебя будет на первую могучую. И на сотрясающий не бегите, Юрик. Разбежались. На сотрясающий не бегите, Милики. Массейф. Хорошо. Сферка падает. Вижу, вижу, да. Падает далеко возле сцены. Юра, достанешь? Да, достану, да. Там топ-хайп подбил, нормально. Две падает справа, слевочные. Это не топ-хайп, это воид жезлом бьет. Разбежались. Ну, ледяная стрела летает вон. Это жезл у меня это, такой. Это, да, это воид бьет, видел. Ну. О, видишь? Келесет. Ну, тогда воид ты красавчик. Келесет, ловите. Нельзя. Прикольно жезлом подбирать. Мы думали, ледяная стрела. А что не бить? Первый хотел. Или нет? Кстати, был же этот на разрол. Катушка. Нихуя себе! Да, я пока что не ролил, потому что ММБ это снова. Сейчас можно смот, который ему не нужен, точно поролить. Первый оскол? Первый оскол. Да-да-да, я говорю, нихуя, блядь, катушка. Погнали, пиши пить, не АФКшите. Да, осколок скинул, короче, катушку надо себе... А, на, скинь туда еще оскол. Скинул. Я бежу, тактик, ай. Все. Череп играть. Там, короче, вар почему-то танчит, хуй знает. Наверное, стаунтить надо. Вот Адель танчит командира, нахуя уже времени. Эх, подбежал. Саня, Бетик, прыгнешь с хила еще одного. А я что, не вернул тебе ИП? Я же возвращал тебе ИП. А, не, не возвращал. Можно. Сейчас начислим. Так, с учетом двух комиссий, это будет где-то, сколько там, 7. Стоп. Почему я пойду в карьер, схожу на погибель, если что за... Да все, вообще пока. Я же говорю, задача не столько дает повесить, то и рейтон хорошо пошел. Там уже одетых тоже много людей, с хорошим ДПСом. Получается сколько? 26 кд повесим. Нормально. Теперь сразу распределяем по сейвам. На первый отдает сейв трусователь Апокал. Трусователь Апокал. На второй отдает массейв Майлик. Продолжает шнурки массейвом. Тоже если откатится у трусователя Апокала, то... Плюс гимн на отходе работает.
дамаж и забираю, в чем проблема. Не шарит, как раздавать укусы, и не уверен в себе, не дамажьте сразу лучше. Машу, Марию Игоревну спросите. Все, с ласочки, у кого нет, перепейте, знаете, у кого взять. Назначал. Рыбку поставил, ребятки. Крест, квадрат, это для укусов. Блять. Слава, поставь, пожалуйста, крест, квадрат, где мы примерно ставим всегда. Ну что, у меня эти забагались метки. Чтоб не ревок не писал. Ты тебя наоборот поставить, он сейчас опять запутается, крест. Да, все нормально, не запутаюсь. Квадрат, крест — это для меток. Трусователь, бежишь вместе с Апокалом, а Апокал Майтан, ты вместе с ним просто бежишь. Должен быть вместе с ним. Свое вид зеркало. Не надо ничего перетаунчивать, просто. Вот. Так, готовность на пол. А пока у Майлик, Снурки, Дексиона, Числавность, Бетику. Кушаем. Ладно. Вижу, что кушает. Можно ему и на раскинуть, чтобы быстрее было. Давай, хотя. Я дал уже, вижу. Мне больше не нет. Все остаются. Гимны на ХП, на какие там взлетки кто дает? Хазибир отдает на второй. Ты тоже по возможности. Если будет все плохо, нажмешь. Если нет, то оставляй. На всякий случай. То есть по ситуации отдашь. Можешь и на первом тоже по ситуации смотреть. Все. Трусователь, иди на одну линию с Апокалом. Припоты нажали. Подбежали. Славность. А даже Дексионе первый укус. Потом Чеславность в кресту встречается с АТК. А Дексиона с Блазом. Чеславность выбежал. Короче, Чеславность с АТК в квадратике встречается, в кресту Дексиона и Блаз. Видите, спак там. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Ракота. Ебанутый. Понятно. Вот я поэтому и не хотел его брать. Блять, Бетик есть, кстати. Саня, только не вставай. База, простите, алё. Так он в ложе зашёл. Бетика ловил. Давай, Бетти, клони его, бой. А, ну нахуя ты стоял? Тени через 4 секунды, мастер, отдай БР по базу. Юрик, Марухич выбежал, Юрик по Беттику отдай. Даю. Лови, дал. Беттика, ой, Войт, лови Беттика, Беттик, вставай. Буаз, приготовься вставать. Глови Войт, Буаза. Буаз, вставай. Да пока он, блядь, раздуплится нахуй, я 10 щитов навешу. А ему не отдали БР. Угу. Маша, отдай БР. Разбежались. Я словлю Дексиона тогда. Укус в кресту. Меня укусит. Или Хазибира мод. Не зря.
меня с укусом прям в тучу. А, Маша вылетела. Тебя похоронила. А почему ДЦ-шка антифирмы спамят? Босс, босс, вставай, лови его. Ой. Подвигались падки. Вылетело, АТК выбежал. Вылетело просто, друид вылетел. Юрик, залей иннер по майлику. Yeah. Попробуем убить, походу урона хватает. Босс умер, босс, хороший хант. Ракот выбежал. Понятно, все. Падайте Ракота на замену. Да, ноль. Там его босс. Не его босс, походу. Просто... Просто этот челик, наверное, не играл никогда еще. Я диван надал, умрите. Умрите, 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 наоборот, победите, умрите, все в лужу там и так далее. Ракота сразу идешь на замену. Ему боя с ума. Ну то пускай просто в лужу умрет и 24 убьем. Зачем? Посмотрим. Зачем у него? У него проходка есть. А, ну все. Так он ее сделал, интересно. Не слакал. Так, минус 750 ему сразу за смерть. Нихуя себе, Абла. 750 не, теперь за слакрейда, да? Так он умер, и он, ну, во-первых, с пактом, а во-вторых, ага, это слакнул. Понял. Мне здесь косар снимали. Жестко. Косар? Не, ребят, ну, да. Я не знаю, конечно, ваше решение, но все-таки можно снисходительнее к человеку, который, очевидно, не знал механику. Да как он с проходку-то сделал? Ну, может, кто-то ему сделал за него. Рыбу бы сделать сейчас. Быстро убить еще раз. А это меня загнало на ферею в лужу. Я ничего не могу сделать. Не надо бежать просто к луже. Вы заранее. Я, смотри, да, я вот здесь отстоял. Стоп, здесь уже мы это проходили не один раз. Ну смотри, подожди, лужу на край по краешку разлит, я вот здесь вот стою, я просто в лужу. Хотеть, мы уже это проходили. Ты мог убежать вот сюда вначале, куда-нибудь от лужи, а потом вернуться в квадратик. Так, а как мне укусить тогда человека? На мне был укус, и ты сказал стоять в квадратике и укусить АТК. Я стоял, чтобы передать укус. Я тебе сказал, в квадратике передаешь укус. В квадратике, ну, можешь и позже передать. Там было... Секунду еще добежать до квадратика. Короче, все, я не собираюсь спорить. Все. Получил минус, умер, получил минус. Кто еще там вздыхал? Бас, этот, Чеславность, бета-тестер вздыхал. Шкаф. Ты лежал, да. Ты бежал, хант, так, и касался. Я умер из-за того, что у нас чел с пактом просто... Попиздошил куда-то, непонятно. Ну, так куда. Я поэтому пока и не отнимаю. Скинь, посмотрите, куда чего сбыл. Бас, ты бежал и лужу задевал, которая уже на полу была. Получал дамага очень много. Нет, так я его хильнул, и он сдох потом сразу же. Ну блин, Даня, поставь шкаф. Нам обоя суммы полетели. Мы же время свое тратим. Кстати, видели обнову, что с тюрьмы Толгорода из десятки будет падать 258-й шмот сразу? 271-й. И на десятки, я имел в виду. Ну, с десяток падал 258-й. Все, короче, готов. Потом разбираем этот момент. Через полчаса с Вайли уходить. Чего не хватает, Беран? Пристабафа не хватает. Приста, никто не хватает. Блять, я еще и рыбу сам не поел, пока с вами пиздел. Ладно, сейчас. Чуть-чуть баф получу.
Все, полетели. Это было неразумное решение. Уводи, уводи, босс. Да, не тебя укушу. Тени 2 секунды. Бас, выбеги. Да, ну холика пиздец тоже переапали. Не, ну посмотрим. Он еще под истерией хуярит. Я за ним наблюдаю, весь рейд, блядь. Тени. Ты хочется сделать, не хочется. Ее Макс выбежал. Слава, дай песку. Квадратики, ДК встречаемся, ты передаешь укус, Дексиона кусаешь глаза в кресте. Тени. Хазибир выбежал. Так, Числав на Синер по Авойду, Маша по себе, кусала по Мэйдику. Факты сбежались. Тени через 8 секунд. Слава, на эти тени закидываешь зубы. Антифир на себя повесьте. Уже разбежались все. Идите место, ищите. Бета-тестер вынес. В уже не бегите. Ну где ты, АТК? Сразу сбегаете, как она садится. Сбежали. Факт. Тени через 3 секунды приготовились. X-Freak выбежал. X-Freak. Быстрее. Хорошо. Дальше я укушу Хазибера. Какая разница, кусаешь, кого укусишь? Главное отдать укус. Хватает урон. Эмо боя можно укусить, хорошо дамажит. Фрик, Бен, Бенаси. Топ хайп выбежу. Смотри, шнурки, ты укушен. Ничего страшного, он ушел к себе. Интересно, кто это? Нет, иначе. Тени через 2 секунды. Вынесли тени, X-Freak побежал. X-Freak, X-Freak быстрее. Смотрите быстрее, сидите, ищите место и отбегите от этой точки, чтобы вас туда не загнало. Малик первый, давай Сакру. Я после тебя дам. Меня в эту вужу загнало. Опа. У тебя глыба есть, Александр. Продолжай. У меня КД глыба. Я в прошлый раз не дал. Сбежались. Смотрите, сейчас будет укусы нужно отдать. И сразу же будет тени. Лучше не отдайте укуса, выбегите с тенями. Если на вас тени кидают. Сбежались. Отдаем любым людям укусы. Тени через 0.5. X-Freak побежал, X-Freak побежал, быстрее. Немножко правее все. Выйдите с лужи. Ближе к боссу. Хорошо, Геру дай. Эмобоя убейте. Приоритетом. Эмобоя убейте. Минус эмобоя и минус.
тени через 3 секунды, Хазибир, если не ты в тени, нажмешь гимноману. Альделит, Аня, выбеги. Аня. Блять, ну что вы делаете назад? Отбежали РДшники. Милики, массы вы там аккуратно. А еще лужу закинули. Что вы делаете? Там освободилась справа, милики, можете видеть. Так, все, враги топ. Как бомжи, блять, убиваем. Пока, ну что там? Выпало что? Да. Не! Сколько тебе осталось? 5. Ты что ты вообще топовый будешь? Покупаю в магазине. Не то время, чтобы покупать их. 25к будешь давать. Дальше. На выходе. Так, а кто там? За 25к, да? А, блин, напомните, X-Freak, да? Херовочка. А, ты лут забрал, то что на тебе стал лутить, на мне. Не, бля, я не забрал лут. А ты забрал? Так, на тебе ж лутер был. Я отказался от всего. Ладно, я сейчас пойду так забирать. Надо, блядь, нет, давайте все. Я все равно чекаю весь трэш на БЛЕшке. Я просто периодически меняю на групповой, чтобы... Так, это на присутствие, Ракота, надеюсь, ты тоже здесь. И больше смотреть будем, иди сюда, не страшно. Пойду бью, Слава, короче. Ты на минусах там. Я это бью, это ли? Поезд, нет, смотри, нет. Может, надо пройти. Хазибир десятка, раз. Два. Топ хайп, 100. Раз. 150, шаг в 50, если что. 150, раз. Два. Давайте быстрее, раз. Два. 1000, топ хайп, раз. Два. 1300, Хазибир. 1500, топ хайп. 1500, раз. Два. Три. Кинешь у меня. Ладно, я сам снимал. Можно зайти покурить, пока это, пока развал шмота, правильно? Нет. Видите, в этот момент бесит трэш. Покурить по одному потом. Будете уходить, будете. На вальке отойдешь. А чё вы стоите, блин? Идите трэш чистите. Кольцо. Кольцо никому не надо. На лов спек 10 ставлю. Давай я за 10 заберу. Кусяо 10 раз. Спасибо. 2. 3 кидай мне на Юрик. Когда бить будешь, чат не успеешь написать. Успеешь, я буду медленнее считать. Пошли потихонечку. Давайте тогда бить. Хазибир тоже кинем мне. По черепу играйте. Ой, не Хазибир, только хай. Ну забеги туда, ёбана. Всё. Прожми массей. Ой, сейчас. Так. Дальше голова танковская, может кому-то надо на конь. Ты забери эту охотницу с меня. По охотнице играйте второй метку сейчас ставим. Так, голова никому не надо, окей. Или чё, танковская? Нет, кастерская. Мейнов, раз, два, на хкпала какого-нибудь и так далее. Как хотите. Кинь мне, а не Бивун. 10x, флик, отрусыватель, 100. Раз, ну понятно, что оф, x-рику тоже, но... Пиши лов, пожалуйста, тоже приставочку. Рисователь 300. Раз, два, три. Слава здесь? Нет, 50 за приход
И РС-ку мы же закрыли. Они за РС-ку тоже не получили. 200. Поэтому все правильно они начислены. Кидай, тут Слава, ты здесь? Охотница играть. Ну отлично, ну. Тоже для рейда делаем своего основного. Берада, типа, чтобы они на замене не сидели, тут хуйню не страдали, пошли, хоть что закрыли. Так, тусовать чуть не обмен. Слава, ты тут? Тут. Ладно, я лучше сам пока поснимаю, то позабываю потом. Ну, взял 10. Рисовать минус 300. Какой класс сейчас ссылка? На леди. На леди. Катушка. Мирик, отключите голову, отбегайте. Ты наруч уже не разыграл сурка. Я разыграл. Да вроде не было. Не было. Я по очереди, что лежит у меня. Были. Не разваливал. Я знаю, что не ролил. Еще не ролил. По очереди смотрит язык, ролил. Все равно что ролить будем. 2500 пупхайн. Раз. 4500 хазибель. Раз. 2, 4600 топ хайп, раз, 2, 3, кидай мин. Ничего страшного, в следующий раз хоть и бир забирать. Теперь эта катушка никому не надо, блин. Так, ну честно, я бы это говно просто дам вам паролить, просто парольте, если кому надо. Даже 10 это, ну, может, кому нов спект на ДЦ, давай, дай мне. А так надурил, сказал паролем, я выиграл. Токены тоже паролите. Это, кидай, да, по токены по 10 ИП заберете, может, еще кому нужны токены. Да мы на том КД его ролили, Сань. Ну, кинешь обмен за посохом. Сейчас колечко на ретрика. На мутика, на ретрика, на у нас на кота. Ой, на этого на. Не надо никому кольцо? Так оно же силовое. Присылаю. Откуда тут? А, ну да. Все, понял, понял. Там просто похоже стрим этого падает. Присылатель 10. Да, это я просто думал, что это из серебра и упало, они одинаково выглядят. 10 раз, 2, 3. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый крок, ты сам. Да, у меня друг стролил. Какая-то там хуйня упала, короче. Монетку парольте на танка, пусть будет тоже на всякий случай. Кому-нибудь. Нападай, гроза плети. Я ее максимум могу пароль дать за ИП, не за ИП забирать. Не нахуй. 10 оф от ТХ. Раз, два, три кинешь мне. Так, дальше идем. Запы. Убейте вначале, не забегайте туда внутрь, убейте мобов вначале. Так, тебе я напишу оф для начала. 10 альдолит. 100 юмакс.
А им на мейн или как? Ну конечно на мейн. Треснете тут хайпу. Трусователь, я справа, что танчу, ты слева. И макс 1000. Раз, два, три. Блять, ну, а у тебя ИП нет в атмосфере? Или есть? Есть. На ФДК? Серьезно? Ну, я тоже не понимаю, ну, похуй. 1500 юмакс, раз. Так он... Два. Три. Кидай мен. По факту он не успел уже сказать. Так, прыгни Ахисов Хапава тоже. Да не надо, купить два залоза. Ой, давай быстрее будет. Он хоть даже просто будет стоять и ловить. Все. Слева танчит русовать и справа апокал. Давай, сразу утром мне. А что, никто черепашку не вызвал? Есть черепашка? Черепашка, Мишка. Пускай луки встанут. Да, их поставишь, или я через тебя похилю? Подавление вышло слева. И справа. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Зекса поставил. Усиление моей магии в него закинул. Не-не-не, так не делай. В одну сторону залетаем. Что это за херня? Буду медленно. И лучше не мешайте тогда. Буду медленно считать. Смотрите токен, кому надо. Мейн оп, 10 типа. 10 мейн. Шнурки, раз. Не на меня перепутал. А, тогда Маша 10 раз. 10, 2. Ладно, и что дальше? Тогда ватный за 10. Раз, 10, 2, 10, 3. Соло, сними ватному. 10 типа. Кинешь подмен. Дальше. Паладин, жрец. Казибир. Тебе мейнов. Так и пиши его. 10 мои шнурки. Раз. Два. О, по моим приоритетам Казибирский. Три. Что на это заберешь себе? Кидай ему. Нурки. Слава, надеюсь, отнимаешь. Либо. Свечка справа. Берегитесь. Десять мейн шнурки. Раз. Два. Три. Кинешь обмен. Казибир, кинешь обмен за посохом. Заберешь посох. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение. Заебали, будете выебываться. И оскорблять друг друга. Будем по другими методами работать. Поэтому заткнулись оба и делать как вас надо. Свечка справа. Хочет, пусть забирает. Тут, если бы какая-то важная шмотка, что можно было подискутировать. Так, шмотка абсолютно не важная, ты еще кучу таких получишь. Давай, Ера.
Нажми массейв барменталь. И скиллов забирайте. Вы, походу, не заходите. Второй гем дайте, пожалуйста. В портал заходи, ты не успеешь. Где он в Т4? Паладин. Не в Т4. Смотри на паладин. У него вообще дерьмо шмот. Где Т4? Ты говоришь. С варом перепутал, походу. Позабавно. Не обмен, привет. Ну, наварен, бля, оказывается. Сколок упал? Нет. Упал, это пиздец. Кадибир, кинь обмен за посохом. Дам посох. На бицепке. Ты тролли его. А пока он поставки себе купил? Кого? Поставки. Нахуя они мне? Ну, на какой тогда осколок ты рассчитываешь? Да вот я такого мнения, блядь. А теперь десятка. Плащ, раз. На мейн или на уф? А ты-ка, я 2 кд на подряд, ни одного осколка не забрал. На мейн. Ну, падайте. У него 740. 600 хазибир. Раз. 602 хазибир. Я захожу, я не жду вас. Кидай обмен. Кидай обмен хазибир. Я этот плащ забрал за 8к ИП, помню. Этот. Кидай обмен хазибир. Отними слава ему. Пошли. Ивент запускай. Продолжаем дальше ИП. Боты хапаловские, может, нужны кому-то. Раз, два, три. Никому не надо. На ОФ тоже посмотрите, может, какого количества хапала. Ноги. Так, 10. X-Freak. У тебя был БДК в мейн. На БДК эта хуйня не нужна. Вы заебали бегать. Спека на спек. Винтовка. Да, я скинул уже. Я сейчас группу поставлю. Ну, конечно, не бегал. Потому что ничего не падало. Давай, иди, противоположно лови. Начнут крутиться, нажмешь на сейв. Не теряйте их, пожалуйста. Сейчас второй может ивент запуститься, если они выбегут далеко. Тут все багано. Запретил. Один побежал на него.
иди, я тебя отпускаю. Сказал ой. Главный курильщик, да? Ой, я туда пойду, Боренька. Начинайся, я одного отпустил, а не двоих. Только подбегите ближе. Не, ты танчишь, как и я, видишь, я не курю, ты. Мы с тобой перед синдромом. Можно будет покурить вам от одного очереди пойти, когда мы сейчас пулим дракона. Тогда один и два сможет. Косователь, я первый. Потом второй уйдет на второго дракона. Так, ну кто тогда тебе, Ярик, подписал Blood Decan? Точно не я тебя подписывал Blood Decan. Но я помню, что ты шмоток не брал на Blood Decan. Я даже матюкался из-за этого, типа, что, блядь, то АДК, то БДК. Ну, я помню, но шмоток он не брал, вот это тоже. Потому что они падали, писал, по факту. Да. Ну, да. Ну, что он же играл им. Я знаю, что он подожди, играл. А мне сейчас что, 10 калибра, да, ебать, сделать, чтобы перевести на другой спек? 15, по-моему. Пух, ебать дракона в душу, блядь. Проще на мага заходи. Да. Там, типы, спектр меняли за 10 тысяч, а спектр менять 15. Нормально. Еще они все ноги никому не ушли. Еще ноги у меня лежат. С моим один. Я просто... Кто собирать умеете, соберите, пожалуйста. Это типа шмот отрабатываешь, изменяешь, да? Иди да. Этот, собирай трусователь. Ты, Ярик. Да не, сейчас помогу тебе. Подожди, хотики тикают. Поставь бас солушки. Ладно. Сейчас разберемся с этим моментом. Как поступить. Не, ну я понимаю, что чешка, но она и в АДК идет. На Марупике бежал. Слава, дай зубы ему. О, красавчик. Это все, пать, все прожимки меня. Слава, Синдру танчил? Старишь, как станчить ее. Да я ему, бля, ну что там, ну, покажу, когда забирать мне и все. Да, смотри, твоя задача будет просто забегать вместо Апокала, когда он скажет тебе забирать босса. Прямо на его место забегаешь и таунтит. Потом, когда он вернулся за таунтит, ты забежал. Под каждое дыхание свой какой-нибудь сейф отдает. Все. Рабовый шмот с силой. Там. Что? Ну, просватель, многие шмотки силой. Может, конечно, модно, я не шарю. Малек, я думаю, когда ты его уже, блядь, протянешь ко мне, стоит возле него, колдует, колдует, блядь. У него не помоем, там не помоем. Успех у него. Я там он не попал. А сколько там ЕП за босса в целкабочке? 200. Если получается 10 боссов убили, 2000 себе накидывать, да? Ты уже уходишь, Слава? Да. Да, Санечек. Слава. Да. На Синдру не сможешь остаться на один трайк? Я уже не успеваю. Не, не вопрос. Я просто уточняю. Смотри, красавчик, там я сбрасываю. Накидывай себе. А потом 2000. Но потом, когда я с тебя обратно забираю... Может, это, может, я или прыгнул. Кидишь, и все.